знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать вот такие версии. Еще раз повторяю, предсказуемо глупо и абсурдно. Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определение, взрыв это или не взрыв. Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам. Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать? Мы не понимаем, что там произошло. Что? Ну, вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа. Вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной Республики еще освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. При том, что уже целиком и полностью освобождена территория Луганской Народной Республики. Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно потенциально опасно. А что касается президента Зеленского, то ну, он давно уже сказал, что ему нечего разговаривать. Он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров.